на, с помощью вашего телефона зарегистрирован информационный ресурс, и через него распространяется материал экстремистской направленности. Какой направленности? Экстремистской. А, то есть вы как сотрудник сейчас... УФСБ? Да. Ага. По борьбе с экстремизмом. Вопрос следующий. Я знаю, что ресурс это не ваш. IP-адреса, на которые выходят на него, они к вам отношения никакого не имеют. Сейчас мы формально с вами, с вашего разрешения, проведем опрос о том, что этот ресурс к вам отношения никакого не имеет. И все. И конечно. У нас с вами разговор закончен. Двумя руками за повестку. Повестки не будет, будет только удостоверение. Нет. Ну, удостоверение, конечно, придите, мне просто интересно. Ну, телефон уберите, пожалуйста. Нет, я вас снимаю, не удостоверение. Удостоверение я смотрю сам. Так, майор Полосков Михаил Владимирович, старший уполномоченный. Служебное удостоверение ОС-09-20. Я извиняюсь. Ну, вы записываете. Так же. Я вас снимаю, ну, лицо. Я понимаю, что вы... Не, а можно дочитать хотя бы? Ну, вы вслух читаете, не надо его сюда. Хорошо. Вот, ну, собственно, я знаю, что к вам он отношения никакого не имеет. Откуда вы знаете? А вдруг это я веду его? Ну, я так думаю, что это не ваш. Потому что мы уже знаем, кто его ведет. И сейчас формальная проверка, она закончится только тем, что вы... Я думаю, подтвердить, что он к вам отношения какой нет. Добрый день. К вам отношения какой нет. Ага. Я понял. Ну, нужна повестка. Будет повестка, я сразу на все вопросы с удовольствием отвечу. Угу. Так что давайте повестку. А... Буквально 2 минуты до нет этой беседы. Я извиняюсь, я отчество забыл. Владимирович. Михаил Владимирович, я еще раз говорю, пожалуйста, повестку. И мы, я вам, собственно, уделю время, приглашу в дом. Как говорится, чаю попьем, все обсудим. Но нужна повестка. Без повестки вообще никак. Все, спасибо. Так что, тем более, вы уже без меня знаете, где я живу. Номер телефона вам мой известен, все остальное тоже известно. Так что повестка, я хотите к вам приду, хотите сюда, в любое время. Угу. Буду рад встреч. В какое время удобно вам? Можно завтра. Завтра, да? Ну, повестку тогда вам до завтрашнего дня не придет никак. Ну, давайте на пятницу тогда, или на четверг. Как вам удобнее сделать. В данном случае нет никакого материала уголовного дела или еще. Это обычное. Я понимаю, проверка. Статус какой у меня? Никакого. Никакого, конечно. Соответственно, вы мне хотите поговорить, а я, извините, вы человек симпатичный, но я не хочу разговаривать на эту тему. Будет статус, будет разговор. Соответственно, у меня будут определенные права, правильно? Конечно. Поэтому, если нет повестки, то, извините, я откланяюсь. Да, хорошо. Все, спасибо, что навестили. По телефону тогда мы сможем с вами договориться о том, чтобы я вам ее вручил. Чтобы я, да сюда, я думаю, вы пришлете ее через, как обычно, ну, по почте. Ну, на почте будет долго идти. Ну, и вы куда-то торопитесь. Я вас понял. Так что высылайте. Хорошо. Все, спасибо вам. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. До свидания.